С Python, обратите внимание, вы можете экспериментировать. Я дам в описании видео, например, вот ссылка на Python, да, то есть ImageWiki, их много там вариантов, да, то есть много страниц. Пробуйте Python мод, добавлять разные настройки и смотреть. Иными словами, добавили, кроме документации, здесь будет работать многое из Emacs вообще напрямую. Вот я, допустим, сейчас добавил require Python, добавил вот эти вот вещи, да, посмотрели, то есть добавили, потом открыли после перезагрузки месседж, посмотрели, да, то есть нет ошибок, все окей. Поехали дальше. Значит, итак, у нас должно быть слой Python и меню лист, синтекс чекинг. Это flycheck LSP раскомментировано и Python variables. Я их прямо дам. Мы рассмотрим основные только сейчас. Обратите внимание, я сейчас раскомментирую и Python Basket Anaconda. Откроем документацию Python Layer. И здесь мы видим два основных слоя, Anaconda и LSP. Если будет раскомментирована Anaconda, то она будет по умолчанию. Потом закомментируйте. В общем-то, пробуйте, что вам лучше, Anaconda или LSP. LSP это будет сервера Microsoft. Anaconda это от разработчиков, я так понимаю, Conda. Anaconda. Значит, дальше. Вот эти две вещи. Мы можем даже с вами вот что сделать сейчас. Попробовать сделать, как рекомендуется в документации, а потом уже посмотреть. Иными словами, взять, скопировать этот файл. Вот я создал директорию PyTest. Так. Ну, я вот любую папку открою сейчас. И просто-напросто перейду. Сейчас я в домашней директории, да. Создам файл и вобью в него. То есть пробуйте. Все, он мне не надо. Вторую директорию я создам. Например, большую буквочку тест. Питон. Нет, я сделаю другое. Мкадир туда перейду. Анаконда питон. Нет, так долго будет. Тест Python и значит, CP, так, как он там называется,
Так, надо скрытые ярлыки. Вот. CP. Дир в директорию так не понимает. Секунду. В домашнем. Вот так понимает. Знак вот этот и говорит, что это домашняя директория. И сам файл. Dir. Так, будет быстрее. В Linux не надо ничего копировать, просто выделил и все. Поэтому мы просто выделили, щелкнули средней кнопочкой, оно сразу готово. Все. Теперь CD. Так, открываем. И здесь ставим анаконда. Эх, не то сделал, ладно. Так. Стоп. Тихонечко, спокойно, просто тороплюсь. Так, вот так. Не то. Так, а нам же это не надо. На слово назад и уберем. Нет, там вот так было, по-моему. Посмотрим еще раз документации. Угу. Теперь у нас получается там немножко другое. Давайте я, чтобы мне долго тут не копировать, я файл туда загоню. Так, будет описание на GIST, внизу там будут страницы, эти настройки. Мы сейчас только основные рассмотрим. Мы раскомментировали Anaconda и добавили еще Python LSP. Все работаем как документации. Кроме этого, указали LSP сервер. Здесь у нас получается... Сейчас, секунду. Здесь у нас получается, возможно, добавить несколько серверов PyLSP, MS Pils и PyRict. PyRict — это новый сервер, мы его и добавили, PyRict, то есть указали LSP сервер. LSP уже само по себе, когда вы раскомментируете, будет работать. Что он по умолчанию поставить, я не знаю. Тут написано дефолт вот этот, но мы можем указать и то, и то. Далее, PyTest пока не трогаем, просто подключаем, чтобы у нас была возможность PyTest. Второе, форматирование кода IPF. И у нас стоит Python Format on Save T. То есть при сохранении будет происходить, работать IFT. И, по сути дела, импорты, грубо говоря, пока это оставим, чтобы мозги не забывать, просто вставьте себе, да, мы будем ставить библиотеки. Дальше просто открываете командную строку, терминал, то есть, и погнали. Анаконда, они пишут, сама ставится, но не поленитесь попробовать поставить сразу, да. То есть взяли и, так, я, кажется, там не то сделал.
Поставили, да, у меня стоит. Поехали дальше. Надо или не надо? Сервера, чтобы все поставить с префиксом аль. У меня это все стоит. Можно это ставить также в виртуальное окружение. Например, я мог бы проделать. Это уже все зависит от того, как вам нравится работать. Пока ставьте везде, потом будете как-то сортировать. Я могу поставить и сюда, и здесь LSP. Пока я поставлю, у меня там стоит точно, да, вот тут чего-то там не стало, но тем не менее я вижу, то есть все это стоит, да, поэтому даже разбираться не буду, что там за исключение. Дальше поехали. LSP сервера мы поставили. Это нас не касается пока. Дальше. Yarn, то есть форматирование кода. Ну, давайте сразу посмотрим, что это такое, чтобы вы понимали. Перейдем, то есть вот сюда лучше мы перейдем. Ctrl-FF. Значит, сделаем тест Python. Python и откроем наше app. Так, я не добавил виртуальное окружение, поэтому я сейчас это сделаю. Кстати, там можно потом автоматом. Сейчас я могу уже добавить, нажав запятую VW и выбрать виртуальное окружение Toggle.env, и оно должно появиться. Вот оно появилось внизу, да, то есть мы это видим. Поехали дальше. Обратите внимание, что я делаю. Я беру вот эту, например, функцию. Сейчас я ее скопирую. Так, нажимаю двоечку, это две строки, UU, и перейду вниз. Далее вставлю, и теперь что я сделаю? Вот так, возьму редактирование и отнесу вон туда. Теперь я сохраняю, и оно становится на место. Иными словами, if работает, вы можете посмотреть. Но он уже работает у вас по умолчанию. То есть там есть форматировать регион, а здесь у нас получается форматировать буфер. Это я погорячился, клавиши поставил Ctrl-U, YAP, но потом я настроил его автоматом, поэтому все, форматирование кода у нас идет автоматом. То есть мы не заморачиваемся. Следующий момент. То есть мы его обязательно ставим. Значит, кроме этого, вы можете глобально поставить npm pyrex, чтобы он точно работал. То есть только откройте без виртуального окружения. Я единственное здесь перестанавливал систему. Мне придется sudo ввести, я пока не переделал. И ставим, да, pyrex при помощи npm. Пусть стоит. Он классно работает. Дальше, flag 8, посмотрите, да, что это такое, наберете, сейчас вам домашнее задание, поэтому я его просто ставлю, проверку, да, и PyTest потом будем подключать, горячие клавиши потом, форматор if у нас стоит, дальше. Автофлейк. Потом разберетесь, что-то удалите, не надо будет. Это надо, библиотека точно. Дальше. Пайлокуб. Это проверка документации. Единственное, я ей мало пользовался, но хотел бы разобраться в чем. Пайлокуб для того, чтобы скачать документацию и поместить какой файл, чтобы без интернета просматривать. Django, там Python, все это есть. Здесь оно есть. Да? Вообще по документации PyDoc, вот Locup, только надо еще так, секунду. PyLookup. Так, вот у нас есть горячие клавиши, они рекомендуют обязательно обновить базу данных, оно вроде будет стараться исключить
Но пока у меня это не работало. Я смотрю. Сейчас я посмотрю, что оно мне там выдало. Месседж. Так. Да, надо будет разбираться, поэтому пока ничего не скажу. Да, то есть... Позже разберемся. Пока вот так. Пока я перейду опять Appy, он мне вообще-то и не надо сейчас. Значит, здесь предлагают установить. Ну вот они, по update. Хотя оно у меня вроде как искало, но потом буду разбираться чуть позже. Здесь они, да, это для тестирования. Мы тоже это поставим. И в принципе, все, что нам есть, остальное почитаете. Нет, не все. Вот это импортировать пути тоже мы ставим. Так, дальше пошли уже ENV, автоматическое подключение, мы будем пока пользоваться PIP-ENV, Django удобно. Да, мы можем сразу же здесь, ребята, не отходя от кассы, Python ввести в Django. Это будет модуль Pony, там все есть, что надо кому. Так, стоп. Можем просто ввести Django. И этого достаточно. Поставить Pony. Такой модуль Django. Так, а мы смотрим дальше документацию. Все. Дальше остальное пошло разбираться с виртуальным окружением чуть позже. Не входит в тему. Иными словами, вы пока ставите все, что здесь предлагают поставить, потом уже будете выборочно выбирать по виртуальному окружению, ставить или нет конкретно в это виртуальное окружение. Сейчас мы перезагрузим Emacs. Ну, видно, пошла ставить Pony для Django. Да, Pony моды, Pony режим моды. Давайте тогда еще раз мы... А, ну сейчас надо было еще раз перезагрузить. Да, кстати, ребят, обратите внимание, вы можете делать так. В терминале вводить, это еще будет даже быстрее. Активировали виртуальное окружение, дальше набираем Emacs, значит, флаги NW, но Windows. Легко запоминать NW, но Windows. И нажали Enter. Он будет загружаться, просто без... Работает так же, но просто мне, допустим, на самом деле удобнее работать в терминале. Все дальше работает то же самое, как и здесь. Только, возможно, может даже немножко быстрее. Надо полное окно F11, ну, как все обычно. Иными словами... Внизу на GIST я это сейчас добавлю, будет от Python программин, да, вот до End Python. Внизу будет это все добавлено на GIST. Это посмотрю, куда я добавлю. Я о своем школе говорил и вам говорю сейчас, на GIST пришла мысль, сразу закинули на GIST. То есть делайте для себя все. Вот это будет ссылка в описании. Autocomplete, если не забуду, добавлю, но то, что раньше я рассказывал в видео. Org, дальше. Да, вот у нас программин Python, сейчас здесь ничего нету. Вот сюда я и добавлю. Все, ребят, пока. Школа spb-tut.ru. Приходите, писать будете. Спасибо за доверие.